What science is and how and why it works. Вы согласитесь, что в нашей стране к науке относятся с некоторым недоверием? Я о том, что вот, если бы они мне волосы обратно отрастили, эти ученые... Или ещё чего нарастили. Вот-вот, ученые, точно. Ну да. Я тоже получаю такие сообщения. Науке... Науке нет доверия, поскольку она выходит за рамки понимания обычного человека. Точку. Думаю, дело не в том, что она может натворить, но в том, что люди не совсем понимают, каким образом действуют эти научные законы. И вот эта нехватка понимания или недопонимание силы и мощи науки — вот что пугает людей. Помнится, когда впервые расщепили атом, поднялось «нельзя крошить атом, как так?» В каждом научном открытии есть такой элемент. Элемент тайны. К примеру, облучение продуктов во Франции, еда Франкенштейна, франкенфуд, потешное слово. Это да. Но ведь суть в долгом хранении, пользы для здоровья, уменьшении заболеваний, все для блага людей. НАСА делает это постоянно, они могут создать кусок мяса, вовсе не обязательно держать такое в холодильнике, но они могут. Оно 30 лет не будет портиться, я пробовал. И как? Ну, знаете... Вкусненько? Знаете, как в ресторане. То есть, похоже, просто напомнило мне о ресторанной еде. Но главное, то, что вам кажется непонятным, не обязательно вредно или опасно. Разберитесь сначала. Вот зачем нам нужны научно подкованные, грамотные сограждане на выборах. Чтобы мыслить критически, чтобы строить суждения, делать осознанные выводы, а не просто врубать телек, садиться перед ним и покорно его слушаться. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.